Так, видео номер два. Как подтянуть или попустить тросик в дороге. У нас есть волшебный набор ключей. Вот он здесь у меня в тряпочке, чтобы не ржавели. Так, смотрим. Ключик на 13. Раз. Полный набор, конечно, но да ладно. Ключик на 13. А ну, тетя Аня, подсвети. Вот этот. А! Ага. Так, вот этот попускаем. Это у нас контргайка. Друзья, вот это контргайка. Мы ее попускаем. Двигатель-то горячий. И вот этим вот винтом прям регулируем. Чтобы подтянуть сцепление, нужно, соответственно, вот эту лапку завернуть туда. То есть нужно гаечку закрутить. Мне сейчас нужно отпустить сцепление, потому что оно у меня прям очень раннее такое. Потому что я его сильно потянул. То есть мне нужно ее в эту сторону открутить. По идее, мне нужно... А, блин, горячий двигатель. Мне нужно держать вот эту вот штучку, трубочку эту с тросиком. Мне не видно такого, людям не видно. А вот эту гаечку чуть открутить. А нет, вот она откручивается прям сама. Давай, дружище. Раз. Два. Ну, где-то так. А если хотя бы так? Сейчас трошки подожмем и проверим. Подержи-ка. Такс. Нейтралочка же у нас. Все дела. Перейдем на эту сторону, чтобы включить передачу. Просто, короче, я вот это сейчас всю красоту положу на пол. Так, включаем передачку. И, ну вот, намного раньше. Ну, давай пока оставим так. Только что ехал, было просто нереально. А, он стоит на лапке. Все, собираем все назад и едем дальше.